Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я с вами делюсь салатом. Салатом из баклажанов и яйцом. Очень вкусный, достаточно необычный салат. И его очень многие любят те, кто не любит баклажаны. Потому что просто не угадывают, что в нем баклажан. В этом видео. Для этого вкусного салата с баклажанами я возьму два небольших баклажана, одну большую луковицу, 4 яйца и 2 небольших помидорки для оттенения вкуса. В этом салате мне нужно будет замариновать лук отдельно и пожарить баклажаны отдельно. Начинаю все с баклажанов, потому что им нужно немножко постоять в соли, чтобы, если у ваших баклажанов есть горечь, часто очень встречается, то эта горечь должна уйти минут за 10. Режу баклажан, разрезаю вот на такие вот пластинки, а затем нарезаю вот такой вот соломкой. Солю баклажаны здесь вот, перемешиваю и отставляю пока в сторону. Лук нарезаю полукольцами, заливаю кипятком и тоже оставляю минут на 10-15. И вот минут 10 прошло, постояли баклажаны, их высыпаю на сковороду. Периодически мешаю и жарю вот минут, ну, до 10 минут, вот так вот примерно. Но периодически надо их помешивать, чтобы они не варились, а именно вот поджарились. Пока поджариваются баклажаны, режу все остальное. Яйца разрезаю тоже на брусочки. Сюда же режу петрушку. Помидорки режу кубиками и тоже кладу сюда. Выжимаю сразу же 2 зубчика чеснока, таких приличных, либо 3 маленьких. И мариную лук. Слила весь кипяток, промыла под проточной водой. Теперь перец, соль, растительное масло и уксус. Вот этот вот лук я делаю вот всегда. И он очень-очень хорошо получается. И в салаты, и отдельно. Очень подробный рецепт есть у меня на в канале, посмотреть можете и в комментариях, вернее в описании я ссылку обязательно дам. Прям хорошо вот нужно посолить. И тоже вот отставляю минут на 10, пока вот баклажаны сейчас дожариваются и пока они будут немножко остывать. Поджаренные баклажаны откидываю вот на салфетку, чтобы убрать просто лишнее масло, не было так сильно жирно. И нужно, чтобы они постояли минут 5. Немножко подостыли. Пока остывают баклажаны, все здесь у нас нарезано. Лук маринуется, доделывается. Я буду делать в определенной форме салат. Вот подготовлю для него форму. То есть беру ту форму, чашку, которую хочу, чтобы у меня получился салат. Делаю туда пищевую пленку. Вот хорошо-хорошо, начиная от дна. Можно даже просто взять целлофановый пакет и положить вовнутрь салатника. Сюда выкладываю баклажаны, слила жидкость с лука, выкладываю сюда же лук. Вот перемешиваю сначала без всего, теперь перчу, добавляю сначала вот 3 ложки майонеза. И что касается соли, не солите сильно много сначала, потому что лук соленый, баклажаны соленые. Поэтому лучше вот добавить майонез, перец, чуть-чуть подсолить, перемешать. Тогда уже попробуйте на вкус и уже решите, что нужно сделать. Поперчить, посолить. Теперь выкладываю в форму весь салат и вот закрываю пленкой. И смотрите, я ставлю в холодильник на ночь. Но если вы, допустим, не делаете никакой формы у салата и просто в салатник выкладываете, то дайте настояться ему тоже в холодильнике, ну, хотя бы часок, а лучше полтора. Чем вот он больше постоит, он более становится насыщенный и вкуснее. Все, ставлю в холодильник. Теперь салат вот постоял у меня ночь, настоялся, его нужно поместить на блюдо. Накрываю вот так вот салатник. Быстренько переворачиваю. Сразу же вот ставлю его так на место. И все снимаю. Теперь вот присыплю просто зеленым лучком.
Можно присыпать петрушкой, допустим, или укропом, если хотите. Салатик получается очень вкусный. Даже те, кто не очень любят там баклажаны, допустим, есть такие, знаю. Первые, что называется, когда пробуют, думают, что это грибы. На самом деле баклажаны, но сочетание вот с этими продуктами дает немножко другой вкус. Не различишь сразу, что это баклажан. Делитесь таким вот рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. За лайки вам всегда спасибо.